Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос эксперту». В студии с вами Гульфия Каюмова. Гульфия Каюмова, начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан. Какие меры предусмотрены за непредоставление в налоговый орган сведений об имеющихся в собственности объектах недвижимости и транспортных средств в случае неполучения налогового уведомления? В соответствии с пунктом 2.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, физические лица обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, в любой налоговый орган, только в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими. Указанное сообщение строго по установленной форме с приложением копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества и документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года следующего за истекшим налоговым периодом. Сообщение представляется в любой налоговый орган на бумажном носителе, лично или через представителя, по почте заказным письмом, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, либо через личный кабинет налогоплательщика. С 1 января 2017 года за непредставление такого сообщения пунктом 3 статьи 129.1 предусмотрен штраф 20% от неуплаченной суммы налогов по такому объекту – земля, имущество, транспорт. Направление в налоговые органы обращения в произвольной форме по вопросам уплаты налогов в отношении объектов не является исполнением обязанности, установленной статьей 23 Налогового кодекса.